Здравствуйте, меня зовут Саша. Меня зовут Юля. Мы из Омска. Сегодня мы побывали на экскурсии, которая называлась «10 тысяч шагов по Анапе». Очень много эмоций, узнали нового. Вообще, я не первый раз в Анапе. Мне все равно интересно пройтись по тем же местам, узнать еще что-то более новое вместе с экскурсоводом. Бывали в музее. Вот так выглядела крепость, турецкая крепость Анапа в период ее расцвета. Знать историю этого города, как это все зарождалось, как он осваивался. В твоем городе ты знаешь какие-то важные места, а в других городах, когда ты приезжаешь, мне кажется, первым делом, если тебе это интересно, хотя мне кажется, это интересно должно быть каждому гражданину России, узнать о тех людях, которые сделали что-то очень большое и важное для другого города.